Близок сезон к своей развязке, и сегодня игра между двумя лидерами таблицы. Важнейший матч с точки зрения борьбы за титул. Ну, а мы ведем прямой репортаж со стадиона Парк де Пренс. Никуда не уходите, будет интересно. Добро пожаловать на Парк де Пренс. Погода сегодня хорошая, и все готово к началу матча. Для вас сегодня работают Георгий Черданцев и Константин Генич. Франция говорит и показывает. Мы в прямой трансляции матча Лиги 1 Uber Eats. Это Пари Сен-Жермен против Лион. На стадионе сегодня замечательная атмосфера. Болельщики здорово подготовились. И я надеюсь, что игра их не разочарует. Что-то конкретное сказать сейчас вряд ли представляется возможным. Но я думаю, что команды хорошо готовы, изучили друг друга и нас сегодня порадуют. Итак, у нас два игрока нападения. Что они нам покажут? Да, такие игры всегда привлекают внимание зрителей. И нам тоже не терпится посмотреть, как звезды футбола себя покажут в этом матче. Это состав Пари Сен-Жермен. 4-2-4 они будут играть сегодня. И спасибо им за это. Атакующий футбол нас ждет. Итак, состав Лион. Тандем нападающих обладает большей свободой при такой составе. Да, и от них сегодня, конечно, будет зависеть очень много. ПСЖ с мячом. Первый тайм начался. Мяч потерян. Моайзе Кин. Хороший пас на ход. Кажется, игрок уже видел мяч в воротах, вот только о вратаре он забыл. И очень зря, как раз вратаря-то переиграть ему сейчас не удалось. Подали мяч с углового в центр штрафной. Хорошая попытка, но прямо в руки вратаря. Пенес. Игорь Субельди. Рижане переходят в атаку. Голкипер сыграл так, как и должен был. Вышел и легко забрал мяч. Моайзе Кин. Посмотрите, как здорово ходит у них мяч. Не подобраться. Не может никак команда зацепиться за мяч. И вот на блюдечке преподнесла его соперник. Арбитр не стал свистеть в пользу провинившегося и дает парижанам завершить атаку. Будет отложенный штраф. Не удел тут защитник остался. Мяч за пределами поля, удар от ворот. Пас на фланг. Штрафную подачу, и есть там кому сыграть. Арбитр посчитал, что мяч ушел за боковую линию, поэтому аут. Есть время и пространство для навеса.
И вот удар. Совсем немного не хватило точности этому удару рядом со штангой. Мартинес. Перес. Игорь Субельди. Здесь защита справляется. Мбаппе. И мяч переходит к другой команде. А вот и атака лионцев. Навес в середину штрафной. Ну вот чуть-чуть поточнее бы сыграли, и по-другому могла эта атака закончиться. Заньоло. Очень уверенно защита останавливает эту атаку. Отдавать мяч нужно, есть кому. Отлично они в пас играют, но к чему приведет такое владение? Бей и выводи команду вперед! Есть первый гол в этой игре! Хороший гол! Он, конечно, пойдет на пользу этой встречи. Мне кажется, сейчас мы увидим более открытый футбол. Повтор гола нам показывают очень хорошо. У него получилось обыграть защитника. И в завершении не сплоховал. Пробил очень мощно и точно. Гол заслуживает того, чтобы увидеть его еще раз. Вот как реагирует на пропущенный гол тренер. Теперь его команда оказалась в роли догоняющей. Пари Сен-Жермен забил и вышел вперед, а игра возобновляется. Заньоло. Моисе Кин. Мяч к сопернику переходит. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону. Проиграл этот эпизод игрок, ошибается. Может он сравнять счет? И есть гол ответный, ничья у нас опять. Здорово сыграли! Молодцы! Хорошо на повторе видно, как здорово он обыграл защитника. Два в одного они вышли, и было очень легко такой момент реализовать. У них получилась отличная атака. У нас есть возможность посмотреть на этот гол с другого ракурса. Ну а это тренерская радость. Так тренер отмечает гол, которым его команда сравняла счет в этом матче. Счет снова равный, 1-1. Бит по Ноэль. Le numéro 22, Эдуардо Камавинга. Уверенно и постоянно сейчас мяч контролирует Пари Сен-Жермен. Но владение мячом сейчас далеко не все для них. Нужно свое преимущество превращать в опасные моменты. А этого пока, увы, не происходит. И не думаю, что такому рады их болельщики. Давайте передадим слово нашему корреспонденту. Похоже на Оранж Велодром. Что-то интересное произошло. Да, еще один гол у нас случился. Забил игрок Бреста. Теперь они ведут в счете 1-0. 42 минуты сыграно в матче. Спасибо за информацию. Будем ждать. А штанги мяч отскакивает. Забивай! Две минуты добавлено к основному времени тайм. Навес напрашивается. Не получился навес. Будет удар от ворот. Так был забит гол. Хороший момент и хороший гол.
после первого тайма счет в матче ничейный 1-1. Пока можно сказать, что смотрится он вполне уверенно. Проявляет он себя сегодня очень неплохо, уже успел сравнять счет, и я думаю, что у его команды теперь есть все шансы побороться за победу. Возобновляется игра на Парк де Пренс. Эрнандес. Заньоло. Эрнандес. И разрезающий пас на ход. Проходит передача. Что он придумает? И есть гол! Выходят они вперед благодаря этому забитому мячу. Еще раз посмотрим на голевую атаку. Очень здорово он здесь передачу отдал. Но нападающий сейчас сыграл на уровне экстра-класса. Блестящее индивидуальное мастерство. Да, оборона развалилась. И похоже, что защитники просто наблюдали вот за тем, как мяч влетает в их ворот. ПСЖ отстает от соперника после этого гола. Игра продолжается. Тренер домашней команды сейчас произведет замену. Игрок уже хорошенько размялся и готов выйти на поле. Отлично в отборе сыграно. Аут. Нужен свежий игрок на поле. Будет замена. Не получилось у ПСЖ мяч удержать. Пас на ход, может быть интересно. Не застать врасплох вратаря таким ударом, уверен, он с ним справляется. Классно играет он в этом эпизоде, это главное. И прямо в центр штрафной мяч летит. Великолепен защитник сейчас, спас команду он этим действием. Пас на фланг. Почти полностью мяч забрал себе сейчас ПСЖ. Толку, правда, от этого пока что никакого. Моментов они что-то особо не создают. Так что не знаю, как будет дальше. Но на данный момент, что с мячом, что без него, они не могут приблизиться к тому, чтобы сравнять счет в этом матче. Эрнандес. Замену проводит тренер-хозяин. Посмотрим, кто покинет поле. Просто великолепно он в этой ситуации разобрался и мяч перехватил. Камавинга. И очень это похоже на желтую. Предупреждение получает игрок. Тем временем готов игрок отстающей команды вступить в бой со свежими силами. Через короткий пас разыграли. Перес. Неплохой пас.
Поторопился игрок с рывком, вне игры фиксирует он. Прозвучал свисток, и это значит, что развития атаки уже не будет. Офсайд. Такие передачи придают атакам остроты. С умом он мяч отдает. Ну, возможно, в следующей атаке им повезет больше. Мбаппе. И с мячом он идет вперед. Пенальти. Не сомневается арбитр в своем решении, будет 11-метровый. И это, безусловно, пенальти, но карточку судья почему-то не показывает. Да, странное дело. Забыл ее, что ли, где-то? Не думаю, что замена вытекает из хода игры. Просто, наверное, тренер хочет попробовать разные сочетания. Вообще, пробить пенальти и забить разные вещи, но сейчас они совпали. Еще раз смотрим пенальти. Удар шикарнейший получился. Какие тут шансы были у вратаря? Да никаких. Даже направление он угадал, но сильный и точный удар был, и взять его было невозможно. Счет снова равный. Настроение у тренера, разумеется, хуже, чем было еще пару минут назад. Невероятную игру мы с вами сегодня смотрим. Счет у нас снова равный. Вперед он мяч тащит. Надо было поскорее отобрать мяч. Им это удалось. Похоже, пришло время передать слово нашему корреспонденту. У него есть новости для нас. Да, я подключаюсь к трансляции с новостью о голе. Игрок Монако забил. Счет теперь 2-1. 80 минут сыграно в матче. Как всегда, с самыми оперативными новостями был наш корреспондент. Спасибо ему за это. Еще достаточно игрового времени. 10 минут. Верховая борьба. Аут. Пари Сен-Жермен идет на последний штурм ворот соперника. Они до сих пор надеются вырвать победу. Мбаппе. Какая техника. Как он обращается с мячом. Вы только посмотрите. Есть удар. Вот это интрига. Вот это развязка. Получить гол на последних минутах не самый приятный расклад. Да уж, не позавидуешь пропустившей команде. Но есть еще время для того, чтобы исправить результат. Навес у него получился отменным. Очень точно мяч доставил. Из близкого расстояния, без труда, он отправляет мяч в ворота. Давайте посмотрим еще один повтор этого гола. И произойдет замена. И похоже, что 90 минут хватит сегодня для выявления победителя. Практически не осталось времени. Да, явно спешат они с розыгрышем. Ну, хотя бы одну атаку успеть провести.
До конца второго тайма 4 минуты. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. Камавинга. Не будет больше шанса спасти этот матч. Надо сейчас решать. Великолепное звуковое сопровождение победе Пари Сен-Жермен придают болельщики на Парк де Пренс. Их хорошо слышно. Где он столько насчитал? Целых 4 минуты, не понимаю. И как он дальше мячом распорядится? Можно забивать здесь. Не застать врасплох вратаря таким ударом. Уверен, он с ним справляется. Классно играет он в этом эпизоде, это главное. Очень эмоционально реагирует тренер на эту упущенную возможность сравнять счет. В центр штрафной мяч направлен. Медленно затухла, как выброшена на берег рыба, атака этой команды. И как пробил. Отлично, удар накрыт. Последний свисток в этом матче прозвучал. Не смогли гости сегодня даже ничью зацепить. Соперник с небольшой разницей выиграл. Совсем немного им не хватило до ничейного результата.